Неотъемлемый, необходимый атрибут новогоднего стола – красная рыба и икра. Приобрести вкусную и свежую продукцию можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Рассыпчатая, зернышко к зернышку, икра словно с картинок. Перед покупкой можно и попробовать, чтобы убедиться, что такого вкуса вы уже давно не ощущали, а может быть и вовсе никогда. Эталонный вкус красной икры, который запомнится надолго. Потому и возвращаются сюда люди каждый раз, как выставка продажи приезжает. А перед праздниками и вовсе стараются закупиться побольше, чтобы порадовать себя и близких самыми лучшими морепродуктами. Вкусная рыба, берем понемножку. Вкусные, все любим. Хорошая рыбка, свеженькая, вкусненькая. Ну, что сделаешь? Много-то не берем, а по чуть-чуть-то покупаем. Бутерброды и тарталетки со свежайшей ароматной рыбой и икрой обязательны на новогоднем праздничном столе. Как в самую главную праздничную ночь, так и все январские праздники. Лакомство для близких и друзей. Праздник уже. До 31-го не продают. Да, праздник. Я тоже люблю. А почему любить-то ее? Накануне Нового года продукцию на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» раскупают стремительно. Рыба холодного и горячего копчения, чевыча, белорыбица, палтус, нерка и омуль высочайшего качества. Лучшая закуска на праздничном столе. Успейте и вы купить угощение. У торгового центра «Премьер» до 31 декабря включительно. Выставка продажа «Икра и рыба камчатская».